Здорово, народ, канал Cellular Fox. Сегодня в Тульской области, город Алексин. Ловить будем практически в городской черте. То есть город у нас остается за спиной. Вот. Вот там дома жилые, здесь гаражи. Вот. Район это соцгород. Ловить будем на фидер. Прикормка у меня там. Я, честно говоря, не помню. Но, в принципе, сейчас в процессе съемки я все покажу. Ловить будем на опарыша, на червя. Ну и посмотрим, что из этого получилось. Буквально у нас 2 часа времени на все про все. Ну, 2,5 часа на то, чтобы поставить рыбу на корм и более-менее половить рыбалку сегодня в стиле. Поймал, отпустил. То есть рыба вся, которая будет поймана, вся будет отпущена. Она и не нужна. Ну, если, конечно, она будет поймана. Все, погнали. Народ на месте, пришел, закормился, сейчас закинулся, ну и выставил себе интервал для забросов где-то 10 минут перед каждым забросом на точке. То есть сейчас 10 минут заброс, 10 минут заброс, тут будем кормить, посмотрим, что из этого получится. Надеемся, парочку травочку хвостов поймаем, посмотрим. Местных рыбаков никого не вижу, только все на лодках, что-то плавают, что-то под кустами ищут. Вроде бы как. Ну и надеюсь, вот баки, они вон клюют, кстати говоря. Ладно, погнали. А, язык. Надо язык. Ей. Молодец. Thank you.
вот отловился. Иду сейчас обратно, ловил буквально 2 часа. Там может и того меньше. 1:40, наверное, где-то. Поймал 3 подлещиков. Одного хорошего, где-то под килограмм, грамм 700-800, может. Я его забрал, взял на коптильню. Закоптим вечером, сегодня, может завтра. Вот, а остальные отпустил. Поймал подъездка одного маленького. Поймал уклейку, бычка. Вот, и двух подлещиков выкинул. Небольшие, грамм 250-400 такие. Отпустил их обратно. Сейчас иду обратно в сторону дома. Сейчас поедем в Калужскую область. Может быть, там что-нибудь получится поснимать. Все, всем спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. Всем удачи, удачных рыбалок. Пока-пока.